ТОП-5 лучших мелодрам 2017 года. Вы хотите за несколько часов прочувствовать гамму чувств, начиная от печали и переживаний и заканчивая головокружительной любовью? Тогда представляем вашему вниманию 5 лучших мелодрам 2017 года. Моя кузина Рэйчел. Моя кузина Рэйчел – это мелодрама викторианского времени в соответствующей обстановке старой Великобритании, а события разворачиваются в английской глубинке. Главный герой – молодой человек Филипп. Его единственный родственник, двоюродный брат, уехал в Италию на лечение. Там он познакомился с загадочной девушкой Рэйчел, на которой женился, а после скоропостижно скончался. Естественно, Филипп стал подозревать вдову в убийстве брата, однако когда женщина приехала в поместье, главный герой поменял о ней свое мнение. Двухличный любовник. Хлоя, молодая симпатичная француженка, только вот постоянная депрессия мешает девушке жить. Девушка решает записаться на прием к психоаналитику, Полу, и это решение в корне поменяло ее жизнь. Хлоя влюбляется в своего доктора, и он отвечает ей взаимностью. Проходит некоторое время, и влюбленные решают жить вместе. Пол знает почти все о Хлое, но знает ли она столько же про своего любимого? Психоаналитики очень хорошо умеют скрывать свои секреты от пациентов, даже самые странные. Между нами горы. Это история про врача Бена и журналистку Алекс, которые знакомятся в аэропорту. Бен спешит на сложную операцию, а Алекс спешит на свою свадьбу. Казалось бы, это типичное одноразовое знакомство, которое ни к чему не приведет. К несчастью, их самолет падает, а Бену и Алекс удается выжить. Они находятся высоко в горах, без связи и помощи со стороны. Поначалу они надеются, что за ними прилетят спасатели и все образумится. Увы, скоро ребята понимают, что пилот не зарегистрировал план полета. Теперь их жизнь зависит лишь от них самих и от того, как они будут работать в команде друг с другом. Париж подождет. Взрослая и успешная женщина Анна замужем за успешным кинопродюсером, вот только муж постоянно работает и не уделяет жене внимания, и женщина чувствует себя одинокой и брошенной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж, а ее попутчиком становится деловой партнер супруга. Сначала ей не очень приглянулась идея отправиться в путешествие с незнакомым мужчиной, но долгий путь в Канны сблизил их. Два коротких дня вместят увлекательное путешествие, которое напомнит Анне о том, что любовь существует. Он и она. Это история о 45 годах совместной жизни популярного писателя и его жены. Это история пары и всего того, что сопутствовало в их жизненном пути. Все радости и невзгоды, взлеты и падения. В этой истории действие разбито на главы, подобно роману, пишущему главным героям. Перед глазами то и дело пролетает сначала года, а потом и десятилетия. Одно за другим, с течением которых меняются и люди, живущие в них. Время и любовь пары не обошло стороной, которая тоже проходит через различные обстоятельства и испытания на таком продолжительном отрезке жизненного пути. Вашему вниманию было предоставлено ТОП-5 лучших мелодрам 2017 года.
Вы хотите за несколько часов прочувствовать гамму чувств, начиная от печали и переживания и заканчивая головокружительной любовью? Тогда представляем вашему вниманию 5 лучших мелодрам 2017 года. Приятного просмотра. Топ 5 лучших мелодрам 2017 года.